Не изменяя традициям, 25 октября 2020 года клуб «Ярополк» в количестве 15 человек прибыл в купель. Окунемся. Ну, на улице плюс 9 градусов. Вода. Плюс 5, наверное. Ой, хорошо! Нравится купаться? Да. Почему? Давай, брат, давай. Давай, давай. Поехал. С головой, Табактан. Андрей, давай. С головой. Молодец. Опа, хорошо, все, вышел. Следующий. Болицкий, говорят, вода теплая. Теплая школа, вода? Да, очень. О, давай, ты боишься. Как, Болицкий, классно? Классно. Точно? Точно. Молодец, все уходим. Сережа, давай. Выходи. Мальчишки и девчонки услышали тебя в том ролике, как ты думаешь? Да. Классно ли тебе закаливаться? Да. Почему? Потому что это полезно. И это, этим нужно заниматься, чтобы не болеть коронавирусом. Молодец, разворачивайся. Что, молодец, понравилось купаться? Да, почему? Болится. Вода реально теплая? Теплая. Ну, не, ну на самом деле-то холодная ведь, правильно? Не, холодная, но когда один раз сделал это, искупнулся, второй уже раз будет теплее. Правильно. Каждое воскресенье клуб «Ярополк» выезжает в купель, поэтому ждем всех желающих красногорцев и членов клуба оказаться в нашей команде. С нас автобус, с вас желание. Закаливайтесь! Ярополки!